майстер-клас. Я думаю, що це буде більше як майстер-клас, присвячений рекрутингу. І мені було б цікаво вам розказати про співбесіди. Але якось так не просто, як її проводити або ще щось, а розказати вам, як відбувається співбесіда з двох сторін. Що відбувається з HR-ом, коли він проводить співбесіду, і що відбувається з тим, хто шукає роботу, ну або ще щось робить з тим, хто прийшов на співбесіду. Як вам така ідея? Так, і я би хотіла, знаєте, мені складно говорити без перестанку на протязі 45 хвилин так монологічно. Я можу втрачати думку. Я буду дуже вдячна, якщо ви будете коментувати, ділитися своїми враженнями і задавати запитання. Так нормально буде? Окей. І мені так буде зрозуміліше, чи ви розумієте, що я говорю. Я наперед перепрошую, я двомовна і буду говорити то російською, то українською. Тому, якщо когось ображає якісь національні почуття, я ні з вредності, я так училась. Ну що, починаємо з співбесіди, так? Співбесіда – хитра штука. Вона потрібна для двох. З дуже різних мотивів. І у кожного абсолютно свої очікування щодо тої співбесіди. Першим говорити про буде, напевно, що про HR. HR – людина також наймана, і він також колись приходив на співбесіду. Його співбесіда, раз він вже працює в цій компанії, була успішною. Він якось примудрився себе продати, і люди, які брали його на роботу, йому повірили. Ось тому перед ним стоїть задача виконувати якісь завдання, якісь задачі фірми, і він намагається захистити, як би, себе, виконуючи ці задачі правильно. Отже, HR на співбесіді абсолютно не беззахисна істота. Він якось так переживає, хвилюється і за щось вболіває. Як на вашу думку, що є основною задачею для HR на співбесіді? Поиск талантів. Поиск талантів, да? Ну, да. Угу. Главная задача для HR, пардон, не облажаться на собеседовании. И он очень этого боится и переживает. Уже хороший HR, да, он хочет найти талант и хочет понять, кто перед ним. Но в основном молодые HR больше всего боятся на собеседовании тоже не облажаться. Как может облажаться HR? А вдруг кто-то придет круче, чем он сам, да? И иногда перед HR-ом стоит задача найти еще кого-то из HR-ов. Тогда это совсем страшно. Ну, а если приходит крутой айтишник, очень крутой, у которого не первое собеседование, и даже не какое-то 15-е, а какое-то там 30-е, у него этих собеседований было куча, и он знает все приемы, а HR молодой, да, и ему страшнее, чем тому, кто собеседуется. Поэтому главная задача HR, он это хорошо понимает, не облажаться. Соответственно, эмоции и чувства, которые у него возникают, это некоторый такой трепет, ему страшновато, если говорить таким сленговым языком, то так сцикотно, так нормально. А вот он переживает, ну и пытается в таких смешанных чувствах выполнить эти задачи. Найти талант, распознать его, да? И за короткий промежуток времени увидеть человека. Но это очень сложно. Вот эти две задачи, они очень сложные. И они требуют такой какой-то и профессиональной подготовки, и опыта. В это же время у собеседующего тоже какой-то свой спектр эмоций. У того, кто собеседуется. Как вы думаете, какие? Возьмут, не возьмут. Страх. Возьмут, не возьмут. Сомнения. Еще что? Какие еще у него могут быть переживания? Что он облажается. Он тоже боится облажаться. Да, если он, ну да, боится облажаться, правда. А еще? Но в отличие от HR, они могут быть очень разные. Понимаете, у HR стоит задача найти таланты и привлечь людей. И эта задача в IT-рынке, она не очень простая. И по большому счету у HR больше шансов облажаться, чем у того, кто пришел на собеседование. Очень часто на собеседование люди приходят, чтобы подтвердить свою стоимость на рынке. Да, это тоже задача.
Узнать свою стоимость на рынке – это тоже задача. Ну, когда долго работаешь на одной фирме, тогда ну, как-то и тебе там вроде как-то растет зарплата, и ты понимаешь, что ты успешен, ну и все хорошо, но ты уже давно забыл, вроде уже кроме как этой фирмы ты уже никому не нужен. И тогда какой-то способ проветриться, прочувствовать свою конкурентную спроможность – это пойти на собеседование и узнать, что о тебе думают другие люди. Приятно, конечно, когда ты понимаешь, что ты стоишь дороже, и ты имеешь тогда все какие-то веские основания прийти к своему руководству и сказать, что, вы знаете, в конкурирующей фирме мне предложили на $2 больше. Поэтому я хочу перейти, да? Начнутся какие-то торги. То есть человека, который приходит на собеседование, на самом деле намного шире спектр переживаний, чем у HR. Ну, собеседование идет дальше. Оно так вот разворачивается во времени. И HR немножко справляется со своим страхом. И, наконец-то, перед ним стоят какие-то более такие ясные задачи. Вот как распознать талант и за короткий промежуток времени увидеть человека. Давайте мы еще так немножко размажуем. HR проводит такую, скорее, психологическое собеседование. Есть еще техническое собеседование, которое проходит в присутствии HR, но без его участия. Да? Вот. И мы говорим о вот этом психологическом собеседовании и о присутствии. Что может HR спрашивать на собеседовании и для чего? Ну, стандартные вопросы. Я думаю, что многие были на собеседованиях, знают. Вспомнить. Освіта. Я думаю, что это понятно для чего. Он хочет узнать, какой вуз вы закончили и как вы учились. О многом скажет вуз, потому что у каждого вуза своя репутация. И если вы закончили какой-то вуз, как нефть и газа, да, по IT, то у вас будет хорошая репутация. Ну, уже плюс. И если вы скажете, что вы хорошо учились в этом вузе, это уже плюс. Я говорю сейчас о рынке труда в Ивано-Франковске. Да? Но если вы скажете, что вы закончили, например, Прикарпатский университет, да, по той же специальности или там по смежной какой-то специальности, или еще какой-то вуз, ну, на вас, наверное, посмотрят более иронично, потому что это, ну, как-то, ну, у всех вузов свои репутации, правда? И оно отражается и на вас тоже. Вот. Это вопросы образования. Что еще может спросить HR? Гриша, ты ходишь на собеседование, что тебя спрашивают? Опыт работы. Гриша уже спрашивает опыт работы. Он достаточно стар и солидно выглядит. Я слежу за собой, я смотрю, что слежу. Досвід роботи, якщо у вас є ключові речі, яка цікавить. Головне, досвід роботи останніх ваших робіт. Чего пишу? Пашу спрашивали, Паша помнит. Для чего спрашивают про опыт работы? Для того, чтобы понять, насколько вы мобильны, насколько у вас, какие мотивы движут вам при смене работы, как часто вы это делаете. Это о многом говорит. Если вы слишком часто меняете работу, вам 25 лет, и у вас опыт работы 7 контор, каждые полгода вы меняете контору. Даже если вы очень талантливый, то для HR будет, он как бы, хороший HR понимает, что очень большого труда будет требовать удержать вас в компании. И вы один будете забирать много времени для вот этих вот танцев с бубном, чтобы вас мотивировать, вас как-то вот зажигать и сохранять ваш талант в компании. Да, это очень энергоемко и может оказаться лишним. Еще спрашивают, почему вы ушли с предыдущего места работы? Почему, как ушли? Я вам открою один маленький секрет. Вот это спрашивают, а потом могут связаться с предыдущим местом работы и сверить данные. Поэтому на этот вопрос врать очень опасно.
Ну, на собеседовании всегда врать очень опасно. Да. И на самом деле, очень часто данные о сотрудниках проверяются по резюме. Вот у нас есть резюме, да? И там что-то написано про то, где вы работали, и указано название компании. И в большинстве случаев в одну-две или в одну предыдущую перезванивается, уточняется, почему ушел, как работал, что хорошего или что плохого можете сказать об этом человеке. Единственный случай, когда не перезванивается, угадайте какой? Нет, когда сманили человека. Ну как звонить тогда? Ну лица нет звонить. Почти ты знаешь причину. Да. Это не имеет смысла. Вот. На вопрос, почему ушел, лучше всего говорить правду. И если вы ушли, потому что вы заелись с кем-то из руководителей, или если вы ушли, потому что не нашли себе там применения, эти вещи нужно озвучивать смело, и важно достаточно критично, не то чтобы отзываться, но понимать, что происходило у вас на предыдущей работе, почему вы меняете место работы. Если вы считаете, что вам недоплачивали, и вы говорите, что я ушел, потому что там мало платили, то хороший HR вас спросит, а что вы сделали для того, чтобы вам платили больше? И если ваш ответ будет «меняю работу», ну, это будет правдой, да? Но это будет говорить о том, что у хорошего HR всегда возникнет мысль про то, что вы не заявляете о своих потребностях в компании, вместо того, чтобы пытаться искать способ удовлетворения здесь, в компании, вы будете искать где-то вот направо-налево. И поэтому нужно будет вас очень внимательно мониторить и постоянно спрашивать, достаточно ли вам денег, как растет ли ваш уровень, удовлетворяет ли вас ваша зарплата. Вот. Когда вот все эти вопросы сыплятся на голову поступающего на работу, как вы думаете, как он себя чувствует? Знервовано. Прошу? Его выбивает из колеи, он как-то теряется и переживает, и волнуется. Когда-то, когда ситуация на эти рынке была другая, очень много HR-ов пробовали так званое стрессовое собеседование. Каким-то образом для человека создавалась стрессовая ситуация. Она могла создаться как угодно. Например, сильно опаздывающий HR. Да, ну это уже стресс, потому что человек как-то рассчитывает свое время, а человека, который будет проводить собеседование, нет и нет, нет и нет. Это неудобно. Или же очень строгий, может быть, несколько даже деспотичный человек, который проводит техническое собеседование, который так прямо говорит вам, что вы дурак. Это очень неприятно, и люди от этого теряются. Для чего такие вещи делают HR, как вы думаете? Чтобы понять, что можно ожидать от человека, увидеть реакцию, да. А реакція на правду може бути різна. Людина може сказати, сам дурак, встати і уйти. Или же опоздавшему HR сказати, що, извините, у мене осталось 15 минут, я не знаю, як ви справитесь за це время. Да? Ну, тоже имеет место быть. Если вы замечаете, что HR по отношению к вам несколько, вот на вашу думку, неадекватен, и это все похоже на какое-то стрессовое собеседование, как себя вести? Как вы думаете? Как на допросе, спокойно. Кто тут? Да, это единственный способ рятувати собі життя. Расслабиться и получать удовольствие. В большинстве випадків людині розслабитися дуже важко. Вона губиться, навіть якщо це не стресова співбесіда. Просто губиться і не знає, що з нею діється. Тому що спочатку питають, що сьогодні, де працює мама, а потім, що таке там, що, я не знаю, що таке.net, або ще щось.
І людина якось не може зрозуміти, про що говорити взагалі, чи про маму, чи про програмування, чи про як вчився. Біжить усі боки. Це складно. Дуже важливо для того, хто на співбесіді, це не втрачати свою власну логіку. І якщо ви відчуваєте, що вам задають постійно різнобічні питання, ви можете про це сказати, що ви задаєте мені різнобічні питання. Я би хотів якось триматися якось по черговості. Це не буде дуже страшно. Співбесіда – це не допит. Співбесіда – це такий собі ринковий акт. Продаються дві сторони. Це от унікальна штука. Двоє людей продаються на співбесіді. Продається і той, хто йде на роботу, і продається фірма, щоб ця людина потрапила на роботу. Але спочатку там іде така розвідка. Чи нам потрібна ця фірма? Ну, чи мені потрібна ця фірма? І фірма, чи нам потрібен такий працівник? І коли вони можуть обмінятися товарами, ну, так умовно, тоді ну, все буде хорошо, навірно, ну не факт. Тут все може бути по-разному. Якась частина такої психологічної співбесіди завершується, да? HR вже з вами поговорив, або приходить, або вступає в дію людина, яка проводить технічну співбесіду. Вона задає якісь технічні питання. Якщо говорити про часові межі, то оця перша психологічна частина, вона буде тривати десь порядка 15-20 хвилин, до півгодини. Вона не мала би тривати довше. Якщо вона триває довше, то у вас або дуже недосвідчений HR, і він питає все підряд, не розуміючи, що він сам питає, або ви викликали у HR якийсь такий живий людський інтерес, і він не хоче з вами прощатися. Розпитує. В більшості компаній HR – це дівчата, на співбесіди приходять хлопці, так що може бути всяке. Потім приходить людина, яка проводить технічну співбесіду. Зазвичай це дуже досвідчені люди, які мають досвід роботи, які давно працюють. Вони десь порядка, ну, в районі 30 років, да, плюс-мінус 5 років, ну, мають досвід роботи такий нормальний. Ну, для IT 30 – це вже глибока старість, як ви розумієте. Да, Бодя, так грустно все. Ось. І ця людина, вона в більшості випадків дуже незадоволена, що її покликали на цю співбесіду. І це харить. Потрівожили. Да, потрівожили, оторвали, мішають. І вообще, сколько можна спілкуватися з цими дебілами. Ну, це так думає ця людина, це гарантовано, я це чула не раз. Тому він починає з якихось запитань для дебілів. Ну, щоб переконатися, що ви або дебіл, або не дебіл. І якщо ви дебіл, ну, то ці перші два запитання викличуть у вас ступор. І ця людина виразно подивиться на HR, HR буде робити вежливе лице. Говорить, ой, спасибо, що ви прийшли. Ми так раді були вас бачити. Ой, так чудесно все. Ми вам позвонимо. Якщо вдруг ви дасте якийсь вразумительний ответ, ну, достатньо понятний для цього чоловіка, який прийшов на технічне собеседування. І він почитає потрібним задати вам ще пару питань, або уточняючих, або які будуть розвивати тему. І у вас з ним сложиться діалог, тоді HR потрібно буде прикладати усилля, щоб зупинити це собеседування. Ну, це вже як-то друга історія. Тут вже зрозуміло, що ваш технічний рівень адекватний, і ви можете говорити на професійні теми з досвідченими людьми. Це дуже багато про що свідчить. Під час цієї співбесіди дуже часто HR сидить і дивиться у вікно, колупається в носі, крутиться, да? Але якщо він досвідчений HR, якщо він не досвідчений HR, то це означає, що він нудиться. Якщо він досвідчений HR, то це означає, що він, попри те, що він ну, якось себе розважає, як може, насправді він уважно слухає, що відбувається.
і слідкує за вашими реакціями. Він слідкує за тим, як ви відповідаєте на складні запитання. Він слідкує за тим, як ви будуєте речення, як ви мислите, як ви шукаєте рішення. І це все потім знадобиться для того, щоб підібрати для вас адекватну команду і зрозуміти, кому ви будете більше пасувати, на яку роль вам краще піти. Чого ви вартуєте? Скільки грошей вам, зрештою, дати? Ось. Технічна співбесіда може тривати і годину. Це все залежить від вас. Не від тої людини, яка питає, а більшою мірою від вас. Наскільки цікаво ви відповідаєте і наскільки хочеться з вами продовжувати розмову про якісь ваші штучки-дрючки, які ніхто не розуміє. Я, наприклад, так точно не розумію. Вот. Час іде, да? Співбесіда добігає кінця. Ну, люди прощаються і розходяться. Человек, который пришел на собеседование, уходит, ему говорят, что мы вам позвоним. В любом случае, говорят, что мы вам позвоним. Если вдруг произошло чудо, тогда HR говорит вам прямо, вы нам очень понравились, и мы вас точно возьмем. И все, что нам осталось, это там еще, например, если вы идете на какую-то ключевую позицию, то вас еще чекает одна співбесіда. Если просто в штат, тоді все, что нам осталось, это наговориться о цене. Мы тогда обсуждаем, кого за сколько мы можем купить или продать. Другими словами, за сколько компания может купить вашу ценность, вас как ценность. Вот. Если говорят, мы вам позвоним, это может означать, что мы вам никогда не позвоним. Это правда. По-разному бывает. Может означать, что вы интересны, но нам нужно посоветоваться. Да? Может означать, что вы нам интересны, но вот как-то вот не сейчас. Да, как-то интересно сейчас, но не сейчас. Я сейчас собираюсь завершивать, а люди подходят. Якось мне дивно від того. Наверное, самый приятный исход собеседования – это когда вам говорят, что все, что нам осталось, это договориться о цене. Правда? Я думаю, что хорошее собеседование – это собеседование, после которого каждый чувствует какое-то наполнение. Не усталость, а наполнение. Потому что даже если вы не прошли собеседование, но вы пообщались с образованным человеком, у которого колоссальный опыт в IT, и узнали от него какие-то новые слова, которых вы никогда не слышали, и понимаете, что вам есть что учить, это уже хорошо. И для HR ваше резюме, ну, все равно лишним не будет. Да? А вдруг когда-то он вспомнит, что вы у него были на собеседовании, и скажет: о, так це ж Паша ж нормальний. Треба йому позвонити. Каже: добрий день, Паша, а пам'ятаєте, ви у нас були на собеседуванні? Каже: це я така риженька, пам'ятаєте? Я пам'ятаю. Так от, ми вам дадим на $2 більше. Тоді як-то... Так от буде добре. Собеседование – это намного легче, чем экзамен, хотя намного важнее. Ну, потому что экзамен можно пересдать, а собеседование не пересдашь. И на самом деле и у той, и у другой стороны есть совсем, ну, совсем несколько минут, очень мало времени, чтобы произвести первое впечатление. Да?
У вас их пару минут, и у HR пару минут. Если вдруг HR произвел на вас плохое впечатление, ну бывает, что тогда делать? Для вас. А? Да, на самом деле, ну как-то произвел плохое впечатление, ну как-то в следующий раз или к другому HR, или еще как-то. Возможно, те ценности, которые транслирует HR, вообще вам как человеку не подходят, и вы не сможете работать в этой компании. По моему какому-то мнению и убеждению, идти нужно работать в те компании, в те фирмы, где люди, которые там работают, вам нравятся. Когда вам нравится, как они проводят время, когда вам нравится, как они живут, когда вам нравится, как они общаются. Вот в такие фирмы нужно идти работать, потому что работа – это очень большой кусок жизни. Это даже больше, чем треть иногда. И вот эту треть жизни проводить в муках, в спорах, в ругани и в чувстве неудовлетворенности – это очень прискорбно. Поэтому всегда, когда идете на собеседование, помните, HR-у страшнее облажаться, чем вам. Это первое. Второе, вы-то свободный человек, и вы можете выбирать фирму, в которой идете. Не только вы себя продаете, HR тоже себя продает. Поэтому не только вот старайтесь произвести впечатление, но дайте HR время произвести впечатление на вас. Да, как-то увидеть. HR тоже же надо. Вот. И если вдруг собеседование идет так, как вам не нравится, вы всегда можете сказать, что извините, но мне так не нравится. Нет такого правила, которое бы говорило вам, что вот нужно сидеть и терпеть. Такого правила нет. Ну, терпеть не нужно. Вот такая правда про собеседование с двух сторон. На мою думку. Ну, это моя правда. Я еще верю в то, что истина, она конвенциональна, и про нее нужно договариваться. Поэтому сейчас предлагаю вам подоговариваться со мной про правду о собеседовании. Какие у вас есть свои размышления, вопросы, комментарии по поводу собеседований? Озвучь это. Прошу. Я переконана, що із задоволенням візьму будь-які журнали. Дякую. Айтішні, психологічні. Дякую. Подходить любая сфера. Ну да, принцип один и тот же. Ну, все очень просто. Я к IT не имею ровно никакого отношения, кроме того, что я работаю директором Ивано-Франковского Эликса. У меня гуманитарное образование, я фаховый психолог и уже мой порядный стаж психологичный. Единственное, что у меня очень специфическая специализация. Я психолог для организаций. Поэтому так хорошо понимаю, что происходит на собеседовании с людьми с двух сторон. И когда сама провожу собеседование, для меня важно, чтобы человеку было комфортно, который пришел на собеседование. Даже если он у нас не останется, я вижу, что он не останется, ну зачем ему как-то делать неудобно? Пусть будет нормально ему. Какие есть еще у вас вопросы по поводу собеседований? Тобто, виходить, чим довше співбесіда, тим краще для того, хто прийшов на співбесіду, буде цікаво говорити. Так. Більше шанс, більше вероятно, що останеться. Да. Які у вас є шаблони по підбору психологічного людей під різні типи робіт, як ви вичисляєте, ну, допустимо, холериків і сангвініки, і меланхоліки можуть робити одним рутинну роботу, а другим можуть бути драйвери і т.д. Які у вас шаблони по підбору таких людей? Ну, чесно, я якихось таких конкретних шаблонів я не використовую. Я просто на співбесіді, я особисто дуже уважна. І видно, ну, от видно людину, яка здатна до монотонної роботи, а видно людину, яка здатна до активної роботи. До активної роботи людина, яка приходить, вона зазвичай робить значно ширші кроки,
ніж та людина, яка здатна до такої монотонної роботи. Вона має до активної роботи розмашисте движення рук. Да? От всі холерики, вони двигаються отак от розмашисто. Вона голосніше говорить. І для такої людини важливіше произвести впечатлення на HR, чим поймати впечатлення от HR. Чоловік, який способен к монотонному труду, це, ну, це, ну, таке, или кропотливому труду. Не всякий монотонний труд кропотливий. Чоловік, який способен к монотонному или кропотливому труду, він дуже внимателен, він спокоєн, він взвешений, він довго думає перед тим, як відповідати. Человек, который способен к реактивному труду, как вы говорите, он сначала отвечает, потом думает. Ну, на правду. Иногда отвечает правильно, иногда неправильно. Ну, вот не попал. Да, так же и в работе. Много, быстро, активно. Иногда правильно, иногда не очень. Иногда вот, о, елки-палки, бежали не в ту сторону, надо же. Для бешеной собаки 7 верст не крюк. Вот так вот. Таке питання, що відбувається, якщо стресове інтерв'ю закінчилося стресовим, ну так, ну, сам ти дурак, взяла і пішла, що далі, їй там якось вертає, чи все одно розійшлися з дураками. Але це погано для компанії. Це погано для компанії. Добре, які тоді випадки розсовуються, ну, доцільність? Доцільність перевірити, як людина реагує в стресових ситуаціях. Такі способи дуже часто використовують для людей, які йдуть на топ-позиції або на позиції PM-ів, проєкт-менеджерів. Тому що в їхньому житті дуже часто трапляються такі стреси. І дуже часто PM-у або людині, яка спілкується з замовником, замовник говорить, що ти дурак. Ну, або якось так завертається, гарний папірець, але він дає зрозуміти, що якийсь дебілкуватий. Ну, я так вот, на памяти у меня одно такое собеседование, которое было для меня стрессовым. Потому что человек, который пришел на позицию PM, он меня выводил. Меня вот раздражал прям. Я думала, что надо ему отомстить каким-то стрессом, и так вот отомстила. Но я задавала сложные вопросы. А он прошел или нет? Нет. Мене, да? Ну, якщо дуже часто буває, коли людина приходить на співбесіду і хоче позмагатися. Так? І я тоді розумію, що людина хоче змагатися, хоче конкурувати. Я інколи не вбачаю в цьому доцільності для себе. Ну, і дуже просто тоді я не вступаю в цю полеміку. Якщо людина хоче просто дізнатися про свою ринкову вартість, я можу з нею про це поговорити. Якщо людина просто прийшла похвастатися, бувають і такі співбесіди, коли людина просто приходить похвастатися, розказати, що він класний, він хороший, як він все вміє робити, і тому к нам він не піде. Буває і таке, і тому, ну, я можу тільки повосхищатися і порадуватися, що дійсно дуже добре, що ви к нам не підете. Ну, ми б з таким брилянтом ніяк не справилися. Якщо HR досвідчений, то ці питання мають мету. Якщо не досвідчений, то для підтримання розмови. Якщо мають мету, то просто цікаво знати, чи ви маєте ще якесь життя, окрім роботи. Це перше. Наскільки ви така цілісна особистість. Друге, чи маєте ви якісь хобі, і як ваші хобі співпадуть з хобі компанії або тіму, в якій ви потрапите. Це також дуже важливо, щоб воно якось так грало між собою. Для цього. А як відповідати на питання із серії, мол, ким ви бачите себе через 5 років у нашій компанії? Ну, ви розумієте, що таке питання – це маніпуляція, правда? Тому що в ньому такий скритий смисл через 5 років в нашій компанії. То есть это, с одной стороны, это уже какое-то предложение, что вы будете у нас, да, и я не знаю, если бы меня такое спросили, я бы, наверное, ответила, не знаю, вашей ли компании, но я знаю, как я себя вижу через 5 лет.
Да? Ну, и, наверное, правдиво было бы рассказать про то, как вы видите себя через 5 лет, а вот подойдете ли вы этой компании или подойдете другой, это уже совсем другой вопрос. И можно прямо сказать, что через 5 лет я себя вижу таким, таким и таким. Да, не факт, что у вас, не знаю, подойду ли я вам через 5 лет. Или почему вы решили работать именно в нашей компании? Это очень хороший вопрос. Его часто задают. Чому ви обрали саме цю компанію? На нього варто відповідати. Варто відповідати. Якщо ви дуже хочете на роботу в цю компанію, то тут треба безудержно льстити. Безудержно лість буде звучати, як «Ви компанія моєї мечти». Я с самого раннего детства мечтал работать. Это будет безудержная лесть. Если вы не можете так говорить, говорите прямо. Просто вы через дорогу. И мне близко идти. С дому к вам. Да, тоже, тоже понятно, хороший мотив. Если вы не знаете, что ответить на этот вопрос, ну как-то... Можно что-то такое сказать, а можно ж, понимаете, никто же не говорил, что отвечать нужно предложениями на вопросы. Можно отвечать вопросом. Это же тоже хороший способ, правда? Можно сказать, а что вы мне можете такого рассказать о вашей компании, чтобы я хотел работать именно у вас? Ну, сделайте немножко стресса и чару. И такой вопрос. Форма одежды, это допускается свободной или строго деловой? Угу. А мы идем на собеседование в IT-компании. В большинстве IT-компаний нет дресс-кода или условия, или вот условный дресс-код, такой casual. Ну, то есть это никакой не деловой, а обычный такой буденный стиль. И я, когда приходят люди в пиджаках, я начинаю бояться. Думаю, что они из милиции, потому что такие вообще никогда не приходят. Обычно приходят в кедах, в камуфляжных штанах, с волосами и наушниками. Вот я понимаю, наш человек. Да. Ні, такого не було. Такого не було. Я ну, так жартую, але направду, коли я бачу, що приходять молоді хлопці в напрасованих брюках, в напрасованих сорочках, я розумію, що яких зусиль воно їм коштувало. Або в них мама. Ну, але розумієш, мама або дружину також треба заставити це зробити. Що також потребує зусиль. Або він не може відмазати. Може бути і таке, так. Да. Чи є ще якісь питання і коментарі? Мені трошки заважає шум, я закрию двері. Ну, напевно, це якісь такі, така стресова співбесіда. Я не так уважно дивлюсь фільми. Тому що в чому полягає саме ідея стресової співбесіди? Це поставити людину в незручне положення. Інколи в незручне положення ставлять ну, на фізичному рівні. Да, коли людину в костюмі садять в яйцеподібну кріселку, це про незручність. І дають листочок і олівець, і нічого твердого. То це ще й, ну, це дійсно стрес, і це якийсь такий тест на винахідливість. Бо треба думати, на чию спину спертися, щоб то написати. Це не так просто. Угу. Как правильно реагировать в данной ситуации? Как правильно расписать свои желания перед работодателем? Тут вот очень такой вот интересный вопрос, и, наверное, он самый щекотливый. Потому что, когда вы только идете на работу, и это ваше первое или второе собеседование, или третье, ответить, скільки ви хочете грошей, просто неможливо відповісти на це питання. Бо це, от питаєшся, і ти бачиш таку гамму чувств.
И все это, вся эта гамма чувств связана обычно с каким-то ужасом и стыдом. Как признаться человеку, что я хочу 300 баксов? Это же завал. И как не продешевить? 300 баксов-то хочется, сейчас скажу, 300 не возьмут, и вообще, говорю, 100, и они, а что так мало? Очень сложно. Важно понимать, что есть вот рынковая стоимость, а есть ваши жизненные потребности. И эти вещи, ваша рынковая стоимость и ваши жизненные потребности, и эти вещи не обязаны между собой совпадать. Понимаете, если вы... Но ваша жизненная потребность ездит только на Ламборджини, да? Но вы умеете только, вот только вчера закончили эту книжку по ПХП, то это не значит, что фирма вам обеспечит, что ваша рынковая стоимость будет настолько большой, что вы сможете ездить на Ламборджини. А бывает такое, что человек пришел на одно место работы, на одну должность, в один отдел, и в результате его собеседования его берут на совершенно другое отдел, на совершенно другую должность. Бывает. Такое часто бывает. Ну, не часто, но бывает. Ну, как-то так. Регулярно так. Я про деньги закончу. Про вот рынковую стоимость и жизненные потребности. Да? Вот эти вещи не совпадают. Когда вы идете на собеседование, зайдите на Developers. Посмотрите, сколько стоят какие люди. И вы будете понимать, там, к какому клану вы относитесь и сколько вы можете стоить. Банально надо спрашивать, а сколько вы можете предложить? Ну, это, ну, сколько вы можете предложить. Вопросом на вопрос отвечает. Ну, это ничего не даст. Вот про деньги лучше так не делать. И когда вы идете на собеседование, про деньги хорошо бы себе четко уявлять, сколько вы можете просить. Вот эти вот такие маланские игры про попросить чуть-чуть больше, чтобы дали столько, сколько вы хотите, это, конечно, тоже вариант, но он такой себе. Мой такой простой совет – это знайте свою адекватную стоимость и говорите о ней. И спокойно говорите, насколько вы, какой рост вы для себя рассчитываете, на какой период. Для компании наличие вакансий. Угу. Как бы цена уже приблизительно с точностью плюс-минус процентов какой-то определена. Да. В любом случае, когда уже есть вакансия, это, компания для себя знает. Они берут на эту позицию какого человека и сколько они дадут ему денег. Там плюс-минус 200 баксов. Каковы шансы у человека, где сколько? Большие шансы у человека. Я думаю, что у выпускников шансов больше, чем у опытных, не очень такой средний опыт. Да, не гуру, а такие себе середнячки, то у выпускников больше шансов, чем у середнячков. Да, им можно, во-первых, да, у компании очень меркантильное создание, им можно платить меньше, они развиваются быстрее, они работают лучше, и из... выпускника быстрее может вырасти гуру, чем из середнячка, который уже лет 3 середнячок. Понимаете? Вот человек, который уже лет 3 середнячок, это уже плохо. А каковы шансы у самоучек? У самоучек тоже есть шансы. Смотря как он научился. То есть на диплом, который привязан к айтишной специальности, не привязан к айтишной специальности? Не всегда смотрят. Но вот про мой опыт, я смотрю на образование, не столько на диплом, да, вот какое образование? Я, наверное, лучше отношусь к физикам, чем к математикам. Ну, у них разные способы мышления, мне способ мышления физика, он как-то интереснее. У нас есть, Паша, не даст соврать, у нас есть люди, которые закинчили будивальную справу, инженер из машинобудования, да? А есть и такие, и те, которые ничего не закончили, они ничем не хуже тех машинобудивальников, может быть, даже лучше. А если, допустим, филолог там, или кто такой, очень гуманитарный, закончил айтишный, начитался айтишных книжек, имеет какой-то свой опыт, берет там из интернета задания и себе их решает, у него есть шансы? Конечно. По досвиду работы? По досвиду работы, по способу мыслення и по технічній співбесіді. А, еще один прикол-то.
Важный. А еще на техническом собеседовании, когда не совсем понятно, что вы собой представляете, или же наоборот, хочется больше посмотреть, как вы пишете, да? Вам дают техническое задание. И очень часто говорят, что ми вас в часі не обмежуємо. Коли виконаєте, тоді звертайтесь. Це теж дуже такий підступний крок підлого HR. Чому? Тому що, якщо ви HR знає, на який термін розрахована це завдання. Там, на місяць, на 2 тижні, на 3 тижні, якої роботи, так? Да? А ви ныряєте через півгода. Да, это про ваш способ организовывать свое время. Или же наоборот, адекватно, во времени сориентировались, вам дали техническое задание, через 2 недели вы его выполнили, пришли и показали. Это про ваш способ организовывать свое время. Свидетельствует очень хорошо. И поэтому, если вас не ограничивают во времени, это еще хуже, чем если бы вас ограничили. Ну, если людина принесе через 2 дня, это означает, что она працювала день и ночь, попала на місяць, это означает, что она будет працювати. Так. Ну, але це може свідчити про те, що людина здатна до авральної роботи. Що також важливо. І це свідчить про величезне бажання працювати на цій фірмі. Це також важливо. Та могу копати, могу не копати. Ну, тут от, якщо я не знаю, що треба робити на цій вакансії, мене питають, що я вмію. То я просто розповідаю про те, що я вмію, і що, на мій погляд, важливо на цій роботі. Не про все, що я вмію. Там, я пою, танцюю, вишиваю, готовлю. Все, що хочеш, делаю. А то, что я считаю нужным делать на вот этой работе, про то и рассказываю тому, про то, что я умею делать. Вот так. Есть эти успевательные, когда компания шукает людину, и когда людина шукает компанию? Вже в бажанні продати. От і та сторона ж продають один одного, так? І якщо людина шукає, то вона більше хоче себе продати. И тогда молящий взгляд у человека, который ищет работу. А если компания шукает себе людину, то больше интереса проявляет компания. Если компания зманяет людину, да, запрошена людина и все решта, то это просто танцы с бубнами. Это там, может там кофе сделать? Ну, там все так очень интересно и весело. Ну, різниця, напевно, що неупереджено лишається технічна співбесіда, в HR-ському підході є різниця. Таке питання про особистісний фактор. В HR, перед усе, наприклад, приходить людина, а HR там позавчора розвівся з 3 судами, а людина нагадує стопудово чоловіка бувшого. Або людина приходить і виявляє, що сусід у її голе, а HR... Ненавидять їх. Та собак стравляють на туди. Ну да. Не, ну направду HR тоже люди. Ну не как-то да. HR тоже люди, и особистісний фактор HR відіграє дуже важливу штуку. Тому що от все хорошо, человек хороший HR не понравился, и він там костьми ляжет, не возьмет этого человека. Буває і таке. То вопрос будет, кто авторитетней. Да. Вопрос будет просто, кто авторитетней или у кого будут круче доводы. Бо, розумієте, якщо технічна співбесіда пройшла дуже успішно, але у HR будуть дуже конкретні зауваження. Ну, вам скажуть, що цей чоловік, може, він все хорошо знає і все хорошо вміє, але він кончений соціопат. Да, он, тобто HR по-любому переможе, бо в нього язик підвішений. Ну, всякого HR добре підвішений язик. Але може таке трапитись. Наш технічний фахівець, який знищить вашу команду.
Ну, тут думка HR дуже важлива. Або якщо буде людина, яку буде складно інтегрувати в компанію, в будь-який тім. Ну, розумієш, тут інколи важливо не стільки взяти найкращого, скільки найбільш здібного або найбільш підходящого. Лучше всього ходити в удобних туфлях, а не в самих модних туфлях. Правда? Ну, не знаю, не знаю. Я, як жінка, уверена, що лучше ходити в удобних туфлях. Просто нужно приложить усилия, чтобы туфли были и удобными, и красивыми. Просто ви в IT-компанії. Да? Вже давно. Чи є ще якісь питання? Є. Як можна відреагувати HR, що приходить до нас цей бесіду і висловлює своє незадоволення тим, як HR її проводить? Як він може відреагувати? Як хочеш, може відреагувати. Як собі? Це залежить від HR, я знаю. Можна сказати, що йдіть іщіть, я вам самі лучше по собі сяду. Ну тут вже по-різному. Як хочеш, відреагує HR. Якщо підсумовувати, то дуже просто. Пам'ятаємо про те, що до співбесіди готується кожен. І... А ще таке питання. HR можна міняти? Це ж не одна людина в роботі. Приходить в цю компанію, ну та не влаштовує ще одну абсолютно. Та коли з ним переглядає в житті, ну по-любому не вийде результат. Когось другого можна попросити змінити? Можна попросити, так. Якщо, ну, якщо ця компанія достатньо велика і там є зайвий HR, можна попросити. Можна прямо сказати, що там з цим рекрутером у мене там в прошлому були відношення, нічим хорошим це не закінчилось, давайте мені другого чоловіка. І в більшості випадків до цього поставляться нормально з розумінням. Підсумовуючи все вище сказане, пам'ятаємо, що дві сторони до співбесіди готуються. Готується HR, готуєтесь ви. Ваша задача знати свою ринкову вартість перед співбесідою і розуміти, в яку компанію ви йдете. Задача HR – знати про вас дещо, що можна з вас дізнатися через ваше резюме, і підготувати технічну людину, щоб вона була готова до того, що буде співбесіда. Да, і щоб він прийшов не роз'ярений. І вже під час співбесіди просто, ну, будьте собою, be yourself. Ну, це найкраще, що може бути. Бо кожен раз, коли ви хочете когось обманути, інша людина це відчуває інтуїтивно. Тож вам дякую за увагу. Наше время закончилось неожиданно для мене.